Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание ментальным долгам. Поговорим о том, в чем же заключается опасность ментальных долгов и какие последствия могут быть. Далее, друзья, очень важная и ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. К сожалению, человек порой много обещает, но не всегда придерживается тех обещаний, которые дает. Это могут быть обещания мало знакомым людям, близким и родным, вселенной и даже самому себе. Кажется, что ничего в этом нет, ну подумаешь, сказал какие-то слова. Затем что-то изменилось и не нужно уже им следовать или их придерживаться. Но это совсем не так, и такое мышление через время разрушает жизнь данного человека, наполняя ее проблемами различного характера и порой даже бедами. А когда эти проблемы начинаются, человек, забыв о своем неправильном поступке и даже не связывая его с предыдущими действиями, не понимает, почему денежная энергия ушла от него, почему кредит, который он взял, и ничего в данном случае не предвещало неприятностей, так как было просчитано, нарастает с каждым днем, а те деньги, которые должны были пойти на его погашение, расходятся на решение других проблем. Или почему в семье, где ранее никто ни на кого не позволял себе повысить даже голос, теперь ссоры, размолки и крики на каждом шагу. Почему работа, которая ранее радовала, на которой все уважали, теперь стала в тягость и не приносит ни морального, ни физического удовольствия. Почему дом, который не ранее был уютным и комфортным, таковым теперь не является. И вы знаете, таких почему может возникать еще множество. А все это следствие ментальных долгов, которые есть практически у каждого человека. Но некоторые люди предпринимают усилия, чтобы их исправить, так как знают, что их проявление не сулит ничего хорошего. А некоторые люди не придают этому значения и пускают все на самотек, думая, что все само собой решится и далее будет все так, как и было до возникновения неприятностей. Но это неправильное решение, если ничего не делать, лучше не будет. С каждой новой проблемой, с возникновением каких-либо очередных неприятностей будут становиться только хуже. Неприятности будут приумножаться и делать жизнь полной того, чего бы человек не хотел в ней видеть, из-за негатива, который он на этом этапе будет излучать и притягивать. Его начнут окружать ко всему еще и нечистосердечные, злые, завистливые люди, способные приумножать и без того сильный негатив, окружающий данного человека и наполняющий его жизнь. Ментальные долги способны блокировать сильные каналы, которые должны быть чисты и открыты для людей, для того, чтобы светлые и сильные энергии попадали в их жизнь. Ведь от этого зависит уровень их жизни и то, что ее наполняет. Счастье, удача, успех, благополучие, любовь, деньги и так далее, и так далее. Если какой-то из этих каналов загрязняется или перекрывается, в этой сфере начинает что-то не ладиться. Негатив заполняет это место, но вы знаете, что негатив притягивает негатив, поэтому он и приумножается постепенно, а порой из-за неправильных поступков и действий быстро, что перекрывает и остальные энергетические каналы. Наши предки недаром учили нас такой пословице, что беда никогда в жизнь не приходит одна. Ментальные долги, они очень опасны, так как они начинают причинять энергетический вред буквально сразу, а человек, не понимая этого и быстро не реагируя, позволяет им тесно переплестись со своей энергетикой, из-за чего избавиться от них даже при желании становится совсем непросто, а порой из-за упущенного времени и вовсе невозможно. Если в вашей семье или в жизни идет что-то не так, и вы не можете найти такому объяснение, вокруг нет недоброжелателей, подумайте над тем, что это дает о себе знать ментальные долги. Обдумайте, не обманули ли вы ребенка, пообещав сходить ему в кино или игровую комнату. Возможно, отказались помочь своему ребенку, сделав вид, что не понимаете, что нужны ему. Подумайте, не предали ли вы свою вторую половинку, оказав повышенное внимание какому-то другому человеку. Возможно, вы увели любимого человека у кого-то, и пришло время за это отвечать.
Возможно, взяли что-то с работы, например, ручку, или же пообещали себе, что сядете на диету, но не сделали это. Все это не просто слова, которые вы произнесли. Это слова и действия, которые поставили вас в неприятную жизненную ситуацию. Опасным для мужчины являются долги перед своим ребенком, а также отсутствие заботы о ребенке. Такой ментальный долг способен полностью перевернуть его жизнь. Когда вы что-то совершаете в своей жизни, даже если вам кажется, что это очень безобидно или что ничего особенного в данном действии нет, не забывайте о том, что за любые долги придется платить, и просто так ничего в жизни не появляется и никуда не уходит. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, рассчитывайте свои силы, и если не готовы, не проговаривайте вслух, даже когда находитесь сами с собой наедине. А если уже сказали, значит, независимо от того, что пообещали, и от того, сколько усилий для данного действия придется приложить, вы должны идти выбранным путем и сделать то, что вы планировали. Тогда вы и приумножите все хорошее в своей жизни, и Вселенная будет обязательно на вашей стороне. Научитесь погашать свои долги, тогда вам никогда не придется ни о чем жалеть, а ваша жизнь будет полной чашей изобилия. К ментальным долгам также относятся обиды, которые человек не смог по какой-то причине вовремя отпустить и со временем только приумножил данный негатив. Разочарование от какого-либо ожидания, что встречается очень часто, и эта категория ментальных долгов, если с ней вовремя не справляться, имеет возможность переходить через черту невозврата. Поэтому от них нужно избавляться в первую очередь, чтобы потом не жалеть. Думаю, каждый из вас замечал, что есть такой человек, который на каком-то жизненном этапе зацепил вас, как говорят, за живое. Возможно, поступком, возможно, словами. Вы вроде и прошли этот этап уже очень давно, но при любой возможности вспоминаете о данном человеке. Вы приводите пример на его образе или на поступке, который он совершил. Вам вроде и не хочется этого делать, но это получается уже само собой. А все из-за того, что вы попали в коридор из негативных вибраций, из которого не смогли или не захотели выбраться, и каждый раз, когда происходит такой разговор, вы все больше усиливаете этот поток, из-за чего ситуация только усугубляется. Поэтому, чтобы такого не было, отпускайте сразу из своей жизни людей, которые вам неприятны, которые где-то чем-то вас обидели, или даже тех, кого, возможно, когда-то любили, но у вас с этим человеком что-то не сложилось. Не тяните за собой ненужные энергии, которые создают вам энергетические трудности и мешают с легкостью и без проблем проживать свою собственную жизнь. Научитесь глубоко вдыхать, затем выдыхать и с каждым выдохом отпускать то, что мешает, что вызывает ненужные эмоции. Как только вы это будете делать, а затем возьмете за правило, вы увидите, сколько все прекрасно будет происходить в вашей жизни, что у вас даже не будет желания вспоминать о такой ситуации или о человеке. Не стоит и ожидать чего-то особенно того, что не зависит от вас. Если что-то планируете, делайте, не ждите, когда это само придет в вашу жизнь. Если же думаете, что не сможете это получить в ближайшее время, отпустите ситуацию, к вам придет то, что должно прийти, а если не придет, значит, это не ваше. Принимайте все в таком количестве, как есть на данном этапе вашей жизни. Тогда, когда что-то будет приходить в большом количестве, вы будете только радоваться, а не огорчаться. А Вселенная и денежная энергия, видя то, что вы излучаете благодарность, будет вас окружать в нужных на определенном этапе вашей жизни количестве. Не забывайте о том, что ваш ребенок при любой ситуации ни в чем не виноват. Если у вас в семье или в жизни что-то не получается или не получилось, он не должен отвечать за вас. Будьте достаточно сильны и ответственны, чтобы оказывать ему должное внимание, заботу, которую он от вас ждет и желает видеть. Все оправдания, которые вы будете придумывать, только будут усугублять этот ваш ментальный долг. Нет денег – заработайте, нет времени – смените график и найдите его. Помните, все можно изменить. Главное, чтобы для этого было желание. Также, чтобы избавиться от ментальных долгов, примите такие меры. Если вы у кого-то что-то взяли, обязательно верните это данному человеку. Так вы не только закроете данный долг, но и перестанете притягивать посылы недовольства и негатива.
который излучает этот человек. Когда будете возвращать, извинитесь, поблагодарите. Так вы перекроете поступление нехороших энергий в свою жизнь. А за то, что долго что-то задержали, преподнесите человеку презент, маленький подарочек. Покажите Вселенной, что вы признали ошибку, готовы двигаться далее, готовы отдать, а не брать. Если у вас с кем-то не сложились отношения, не вините в этом ни себя, ни этого человека. Пожелайте себе счастья и удачи, и ему, и не стоит держать возле себя того, с кем нет возможности продлевать общение, независимо, это друг или же вторая половинка. Как только сделаете, вы сразу получите вознаграждение, что-то новое, например, знакомство, которое принесет вам массу положительных эмоций и начнет новый виток вашей жизни. Помните об этом. Используйте, пожалуйста, эти знания, которые нам передались от наших предков. Не игнорируйте эти правила, не игнорируйте это. Почему? Да потому что это все имеет в нашей жизни значение. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.